Это какой мост? А че как хера говорить здесь? А? А. Так. Какой мост? Бруклин-Бридж. Бруклин-Бридж. А он статья свободы. Так, представитель боевой самбо. Тоджикода салом. Ай, барударони. Тоджиктон. Амалах буше саломат. Все, рафты. Всем, всем, всем привет. Вам, вам и вам. С вами Даурон Камилов с Нью-Йорка. Цель моего приезда завершена. Я встретился с генеральным директором компании Айвави. Да-да-да, компания Айвави буквально через полтора года во всех телефонах, во всех компьютерах и везде будет Айвави. Вы можете позвонить по этому вопросу 90-420-20 или London 200-200 @gmail.com или обратиться мне на страничку в Facebook. Уважаемые зрители, что могу сказать насчет Америки? Америка достаточно уникальная большая страна. И самое главное, как вы приедете сюда, всегда будьте любезны и вежливы. Сам по себе американцы очень вежливый народ. Допустим, я у них что-то спрашиваю, я говорю тоже, я турист. Они ко мне обращаются очень хорошо и даже в конце говорят thank you. А то, что насчет, говорят то, что именно в Америке документы не спрашивают. Правда, честно сказать, это неправда. Буквально нас вчера остановили в штате Джорджия. Мы превысили скорость, но так получилось то, что полицейский нас остановил, полностью документы спросил, и он заметил то, что я турист. Правда, даже сказал welcome in America. И будьте всегда в Америке с документом. Почему? Потому что в любое время могут проверить, а если у вас нет документа, может быть достаточно колоссальная проблема. Но это не те другие страны, как будто, чтобы на каждом шагу патрульно-постовая служба ваши документы. Такого нету. Проверять, ну конкретно. Еще что могу сказать насчет Америки. Каждый штат по-своему хорош, и в каждом штате свои законы. Честно сказать, пользуясь случаем, хотел бы спасибо сказать своему куратору Микита Лашко. Микита, вам привет, спасибо огромное. И своей команде Team Tajikistan, Айвави, Махлёд, Шамик, Бахром, Скуляба, Акай Алиджону, своим партнерам Акай Хайоту, Нурло и, естественно, всем ребятам, особенно с лиги боевого самбо. Пользуясь случаем, еще хотел бы привет передать именно своим партнерам с компании Мегафон. Ну, естественно, Джамшид Бубалиеву, Рахмат, Дмитрию Юрьевичу, коммерческому директору, Маснави Фирдау Зеварову, младшему Зеварову за то, что я просматривал видеоролику, диджей Аладдино, Мансур, тебе тоже привет, Парвиз Даулятову и Далер Наимову и всем ребятам корпоративного отдела. Вам спасибо огромное. Даурон Камилов специально для вас снимает этот видеоролик. Муран парчами тоже кистонда. Бачо парчама диде на парчама. И что могу сказать? Где бы вы ни были, обязательно фоткайте, снимайте видеоролик. В конце могу сказать, кому не нравится мой видеоролик, не просматривайте. И что попало, пожалуйста, не пишите. Не хотите не просматривать, так особо я никого не заставляю там просматривать мой видеоролик. Я вот, допустим, снимаю лично для себя, потому что я для себя живу и для себя все снимаю. С вами был Даурон Камилов с Нью-Йорка. Come on!